штангу попал. И вот еще один верный шанс забить. Что это даст Камеруну? Немножко престижа. Итак, Стекеленбург и Самуэль Этуо. 1-1. 65-я минута. Это гол для всей Африки. С гораздо большим энтузиазмом его сейчас здесь встретили в Кейптауне. Естественно, мы видим, что народ трубит в вувузелы. Тут, безусловно, используется вот эта рекламная, социальная стратегия на телевидении. Очень часто можно увидеть ролики, посвященные этому. Что Африка едина. И все сборные африканского континента, играющие на чемпионате мира,